Давай, здоровайся. Привет всем, дорогие друзья, мы наконец-то начинаем с Витей играть в Don't Starve Together. Ура! Да! Всем здорово, ребятки, Don't Starve Together снова с вами. Это третий сезон, получается, или четвертый. Какой-то до этого мы играли год или полтора назад. Да-да-да. В общем, прошло много времени, и теперь мы все забыли, как обычно. Как обычно это бывает, конечно же. Вот смотри, мне карту можно прибавлять. Да. Да, я за мега-робота, безжалостного скотину, а Стас за интеллигентную бабулю. Безжалостную скотину. Погнали. Мы сначала, да, безжалостная интеллигентная бабуля. Мы сначала подумали со Стасом, ай да, может быть, этих, как его, метатонов всяких, там, андайнов накачали. Но потом какой-то там человек в чате сказал, что играть за... За пазлы! За скины из мода. Не по понятиям. Это западло, да. Это... Не по понятиям, и, в принципе, только не люди так делают. Я крота какого-то нашел. Бей, крота! Вот. Ну, и мы решили, что действительно, он реально крот. А смотреть крота. О, прикинь, такой, он червоточину делает, кровоточину. Рож! Не, ну, кроты вроде... хотел взять. Смотри, какие странные животные тут везде, пипец, Витька! Обнаружен источник сейсмической активности, он крота я нашел. Что с ним делать-то? Его надо убить. А его можно убить, но я думаю, наверное, пока трогать его не надо, он нас тоже трогать не будет. А он, смотри, нора, он сейчас отсюда вылезет, смотри. Ну-ка. Смотри. Оп. Дом маленького копателя. Ты видишь, да? Копатель онлайн. Вот как он выглядит. Точняк, Стас. О, смотри, берется какая-то красная. Посмотри, тут игуаны, Витька, тут игуаны. Вон игуана, видишь, лежит. Ой, что там за прелесть такая? Игуана, привет. Я конюка вижу. Это геккон. Это дровяной геккон, Стас. Шикарный просто, блин, обалдеть. Вообще классно. Да, давно мы с тобой не играли. Пошли вообще. По дороге дальше, что ли? Да, нам надо по дороге, то, кстати, возле дороги можно найти Честера, сундучка. Ну, так я поэтому и хотел идти дальше. Что это такое, деревка, ну, шатается? Каштановые березы, нифига себе, что-то... С них, кстати, каштаны падают, их можно жарить и кушать, это очень вкусно. Но они опасны, их да, когда рубишь, короче. Индюшка! И тебе привет, индюшка. Так, я пчел нашел. Они жужжат. Вижу пчел, они жужжат. О, прикинь, я из-под пчелы только что украл цветок, она села. А можно ей наступить? Эть, я раздаю. А я тоже ворую. Прямо из-под них цветы. Так, я свиней нашел. Я нашел свиней. У них тут тотем, кстати, стоит. Голова мрема какого-то. Здесь очень много. О, у них тут огород, Стас. Я сейчас огород у них выкачу весь. Давай, собираем ресурс. Так, погоди, нам с тобой надо еще топоры сделать. Сейчас сделаем. Нам с тобой надо сделать, помимо топоров, надо сделать костер, потому что если пипец, скоро вечер, и будет рвань просто в условном бегать. Тут топор-то из дерева делается. Ну да. И из этого, из кремня. Весь кремень. Куч. Так, я сделал топор. Ух ты, тут грядка цветочная есть, прикинь. Куч. А я травяную грядку нашел у них. И вырываю. Бедные хрюшки, а. Разорили мы их. Ой, темнеет, Стас. Да, пора это, опасно. Пора рубить деревья. Свет, так. Рубить. Так, а я вот забыл, какую кнопку рубить? Пробелом так? Пробел, да? Пробел все делать. Мы тебе не получишь ягод. Так, я нашел бревна. Так, что там еще для света нужно? Трава. У тебя есть трава? Да, трава есть. Держи, трава, ты же. 10 штук. Ты же набрал травы. Скинь слегка. Как там, интересно, заскидывать-то хоть? Правую кнопку, по-моему, разделять как-то там. Да? Ну-ка, давай разделим. Так, это не так. О, бабка, я тебя сейчас зарублю, хорош думать. Нет, я вот... А, во, через Ctrl я могу выложить. Ну, на тебе 6 штук. Да какого хрена? Дай мне травы! На! Одну. Одну! Ах ты, бабка! На. Беги, я сейчас тебя рубить буду. Не надо мне тут устраивать. Так, все, костер сделан. Надо мне срочно найти кремень. Далеко от меня не уходи. А то я буду без инструмента. Нет, у меня есть один кремень, тебе дать? Я не знаю, сколько стоит сделать этот крафт для топора. Спасибо. Я тебе отдал. Так, вроде смотри, как могу. Да, топор, один кремень. Отлично. И две ветки. У-ху! Ёлочки! Шняк-шняк! Ёлки! Так, у меня уже 10 бревен, Стас. Круто. Рубим еще, пока Погоди, не стемнело. Мы с тобой как-то опять с дороги свернули куда-то. А куда дорога-то ушла?
пойдем каштан рубить, а? Она может быть и кончилась. Может быть даже и кончилась дорога. О, действительно, кончилась дорога. Значит, мы не в ту сторону пошли. Значит, надо в другую сторону. В другую сторону по дороге забегаем. Пойдем. Сейчас я только собираю тут дерево. Чутка. Слушай, а что у них звук, как будто там лифт у них в каждом домике? Вполне возможно, так и есть. С таким же звуком работает. Они, возможно, у них там под землей какая-то подземная структура. А можно как-то быстро бегать в этой игре, я забыл? Нет. Только по дороге быстро бегаешь. Шифтом. А, ука, я каштан пойду порублю. Где тут? Аккуратнее, кстати, каштановые деревья опасны. Да, ты уверен? Я знаю. Из них кто-то выпрыгивает? Я тебе ничего не скажу, но ты сам все поймешь в свое время. О, реально каштаны выпали, прикинь, березовый каштан. Да, их потом можно кушать смело. Морковочка. Птичка. Еще одна. Птичка, ну отдай мои семечки. Тварь сожрать успела, птичка, ты посмотри. Так, выживание, я могу, я какой-то милый зонтик могу скрафтить. Очень милый, если только очень. Так, скоро темнеть будет. Так что, ну, у нас же есть я буду с тобой тыкать костер. Костер, да, я уже тоже заготовил, он у меня уже прям в руке. Я прям, как только, так сразу тыкаю его на землю, и все. Так, я тоже пока заготовлю. Ой, Стас, темнеет, ты где? Я тут, тыкай вот костер, на землю. Смотри. Ура! Все. И рубим. Фу, живет, надо рубить. Рубим! Это лесорубы, отморозки. Так, единственное, что у меня топор скоро сломается, 8% осталось. О, так что сейчас я дорубаю последнее дерево, видимо. Если даже не дорубишь. Упс, не дорубил. А я дорублю. Эх, у меня еще 45. Надо искать камни. Ну там над перед началом, куда убежали, там-то должны быть кремни. Должно быть много кремния. Так, можно покушать что-нибудь? Что у нас там стоит? А что найдем еще? Да, действительно, я каштаны нашел. Осмотреть. Как дерево уместилось там? Ты видел? Это про что он говорит? Надо, да? Да. Про каштан. Хангер 9.4. Неплохо, чё. Единичка здоровья. Эти морковки. Так, морковку тоже можно, да? А ягодки можно готовить? Отлично. Я как быстро-то день наступил. Я прям не ожидал. Летом всегда так хорошо. Так, у меня рассудок немножко упал. Надо шляпу сделать, наверное, да? Из цветов у тебя есть? Тебе хватит на шляпу? Да, у меня еще 4 цвета есть. О, донат зашел, Стасяндр. Круто! Радуйся. Красный Ура! Гриб, это нормально? Красный гриб? Ну, грибы потом можно будет в пищу юзать, я точно помню. Нам с тобой знаешь, что надо? Вот, кстати, что самое главное, так как я пока играю так, за... я нашел этот, кстати... За чудо-женщину. Биом травянистый, на которых буфало. Обычно живут. Рюкзак. Одно, надо сено надо. Вот оно. Вот я тоже уже сено пошел слегка собирать. Слегка покручу я. Экран, извините. А рюкзак, он в выживаниях? Там пауки какие-то, я слышу пауков. Они дерутся с свиньями, походу. Я слышу свиней и кроликов слышу. Кого я слышу? Я не пойму, кого слышу. Шарик с водой. Рюкзак. Пока ты нужна делать научная его... машина, Стас. Но я там могу сделать. Я-то могу делать ведь. А, ты-то можешь, да. Я же забыл. Я кремень нашел. Мы с тобой сейчас это. Тут много кремня. Мы сейчас так, с тобой. Ну, погоди, научную машину, чтобы сделать, нужно золото. А, погоди, ты и так можешь. Слушай, я ну могу... сделай тогда мне. Так надо сделать, значит, траву надо мне. Надо две травы еще. Так, 4. Так, 4 палки. На, вот эти кидай, 4 палки. Не надо бы мне палки кидать. Так, 4 палки и 4 травы, кажется, да? Или 6 травы? Там 4 травы надо. Дай рюкзак. Гони рюкзак. Дим, куда упал-то? Че я его не вижу? Где рюкзак? Да я уже подобрал, все. А, он упал, вывалился, да? Вывалился. Да, выпал. Круто. Отлично, так, я себе новый топор сейчас скрафчу. Так, надо сразу закрафтить новый свет, новый надо... костер. Но у меня есть, Вить, у меня есть. Я уже закрафтил. А его же как это, крафтишь и потом отменяешь, он там ну, лежит да. у тебя уже до бесконечности. Да, правая кнопка, потом отменить, и все нормально. Вот, кстати, есть камень. Да, и потом уже, когда надо. Можно сделать камень? Кирку. Погоди. Ну, обычный, ну, кирку правда. Надо сделать, а кирка это два... О, и остатки этого скелета нашел старого. Что там тут у него лежит? Какие-то валяются. Веревки, 3 веревки, это хорошо. 4 даже веревки. Так, мы где, кстати, главная эта дорога? Мы с тобой опять ее упустили. 4 веревки и факел на 45%. Что? Дорогу мы с тобой опять упустили?
Да, я вернулся на нее, я уже по ней иду. По каменной? Да. Лепестки с цветка собираю потихонечку. Так вот это я сюда... Восстанавливаю себе разум уже на максимуме обратно. Мандрагор, это что это такое? Он о, собери, штука, собери, это, собери, да, что-то да, готовится крутое. О, прикинь, что это с ней? Она умерла. Выскочила такая, и умерла. Крикнула. Она умерла. Из нее, короче, ее можно... Нихрена себе! Офигеть! Прикинь, она 75 голода утоляет и 60 жизни. Да, это я... очень крутая штука. А ты съел ее уже, да? Или просто посмотрел? Нет, она у меня лежит в инвентаре. Она, по-моему, не портится, потому что на ней нет шкалы порчения. Она, короче, очень крутая. Ее можно вообще к себе принести. Она только вечером может гулять, как просто обычное создание. Она размножается как-то? Нет, я нет, не она это редкий, да? Это редкий она... предмет. Это редкий предмет, короче. А я еще одну нашел. Пока не трогай ее. А потому что ночью можно к лагерю вообще ее привести. И что дальше? Ну, и потом она, когда надо будет, ее можно будет съесть или еще что-то с ней сделать. При помощи нее, кстати, можно сделать флейту. Флейта будет усыплять врагов. Ну, тоже кожаную. Ограниченное количество. Да. Сделать флейту кожаную и усыплять врагов. Господи, лягушка какая-то. Лягушка, беги! Беги! Еще мандрагора, ты посмотри. Лягушка, хренушка, тихо. Витька просто наставил. Просто. Витька просто наставил кучу всего. Вот сейчас можно собирать. Смотри. Можно ночью прям. Вот она бегает. Смотри, она пляшет. Подарок какой-то. Для этого нужно больше знаний. Мне какой-то этот, как его, подарок прислали. Ой, круто. Так, и что, и как ее собрать-то? Просто берешь на пробел, нажимаешь, она вылазит. Идти к Мандрагоре. Ну, я понимаю, она теперь бегает от меня. Она за тобой бегает. Что, ее убить надо топором? Она за тобой бегает. А, за мной бегает? Да, вон она, видишь, с тобой вместе. И за мной, пошли. У нас топор Мандрагоре есть. А что, а летом она умрет просто или что? А когда наступит утро, она обратно в землю закроется, и все. Это что такое? А, то есть если утром ее доставать, то... Она умирает, да, от солнца. Она умирает, походу. Она прикольная такая. Да вообще шикарная Мандрагора. Смотри, это палка. Мне еще кремень нужен, мне нужно больше кремня. Сколько тебе надо? Чтобы сделать кирку. Два, а сколько, я никак не найду. У меня есть. Она прикольная такая. Слушай, а как делать вот этот знак-то, помнишь? Где он, интересно? Который... Дождиметр, громоотвод, измеритель тем. А, температура, наверное, гончарный круг, стол картографа. Беснуется. Две беснуются. Пропеллер, спальник, рюкзак. Я же сделал вот эту штуку-то, какие-то знаки мы сможем с тобой строить. Я почему-то их не вижу. На тебе два кремня. Ты хочешь просто таблички сделать, что ли? А? Таблички обычные ведь. Ну да, чтобы телепортироваться потом. А, я не знаю, как это. Это обычная табличка такая, ну, типа с надписью, да? И все? Ну, я не знаю, обычная, необычная. Я же включил этот мод на телепортаторы. Кстати, скоро потемнеет. Камень. Только его не надо рубить. Не надо рубить его. Чего? Этот камень рубить не надо, потому что он откроет этот самый проход вниз. Закупоренная воронка какая-то. Откроет он проход вниз, и здесь будут, да, летать, короче, птицы. С одной стороны, это хорошо, как бы, они будут какать и много навоза оставлять. Мы потом можем навоз здесь собирать, как бы, возле этой штуки. Но они тут... Крота все-таки зарубить. Но тут будет опасно. Конечно, можно. Тут всех уже можно убить. Просто он будет от тебя убегать, возможно, будет на тебя нападать. Так, а мне какой-то подарочек сверху пришел. Но мне, говорит, недостаточно знаний для него. Что такое? Это что-то новое, походу. А, это этот подарок-то, костер наш с тобой. Наверняка. О, что-то нашел, смотри, какая-то штука. Статуя какого-то гломера. Каменное насекомое. Какая-то флейта пана, смотри, валяется. Флейта пана! Ё-моё. Играть 10 раз. Это вот как раз чуть она такой. Может усыплять. Эта флейта может усыплять. Ночь началась ведь. Тихо, костер. Ставлю. Где ты, где ты, где ты? Вот ты. Возле светлячков, кстати, тоже можно сидеть. Флейта пана, короче, вот эту флейту пана можно сделать из мандрагоры вообще. Мрамор. О! Мрамор, да. Собирай! Чё, надо поесть. Что-то она как-то это разрушилась быстро и все. Так, что тут происходит у нас? Что нам еще надо сделать, Стас?
А что нам с тобой? Нам с тобой сейчас надо место найти и начать уже развиваться, в принципе. Лопата, вилы, бритва, перьевой карандаш. Я не... Просто место найти, начать обосновываться потихоньку. Это все, что от нас требуется. Грядки там, все дела. Готовиться к зиме. Сундуки всякие клепать. Вот и все, она вот села. Видишь? Вот, кстати, ну-ка давай табличку-ка я замучу. Где на строительство уже? А, доски надо, да? Поэтому ты, наверное, вид сделать не мог, потому что доски были нужны. Ты куда убежал? Витя, я тебя не слышу. Где тут можно влепить-то? Дай влепи, да хоть куда влепи, сюда влепи. Что такое? Почему я не могу? Свинья, да не ходи тут. Все. Мандрагора. Все. Написать. Раз, теперь слышишь? О, теперь слышу, да. Так, табличка. Select destination. No available destination. Прикольно, что ты там написал-то? Мандрагора, да? Рядом, да, с памятником. Все, хорош, погнали дальше. Погнали. Нам с тобой поскорее бы сидит. Нам с тобой поскорее бы найти. А, и все, и дорожка кончилась опять. Морковка! Морковка! Что это значит? Морковки очень много. Я на тебя. А это, кстати, у них там грядки ж, да, они... Я валун нашел. Ты как с голодом, кстати? Я что-то совсем проголодался. Я даже не поел ночью, блин, совсем забыл. У меня 87. Не, у меня совсем там на дне почти. Так, вес я съем. Я пытаюсь найти? Нам нужно золото с тобой найти, чтобы машину, во-первых, построить, вот чтобы камень. Я тоже мог. Вот камень. Вот камень. Золотой. А, золотой? Золотой, ага. Он же золотой вроде. Вроде он золотой. По-моему, или обычный валун. Но он что-то вроде выглядит как золотой. Да нет, тут золото было, да, одна единица. Понятно все с тобой. Слушай, ну мы с тобой... Так мы с тобой машину... Пошли, я машину тогда построю, и ты, пожалуйста, делай. Как нафига тебе надо? Нам, собственно, надо место с тобой найти. Пока за ресурсами запасаемся. Ну, в том-то и дело, да. Ну тогда поехали налево вверх. Там была эта штука, как ее... Вот эта трава, которую бифало жал. Бафало, как там их? Ну-ну-ну. Так, а мне еще сено нужно одно, а то мне не хватит на жизнь. Привет. О, здесь можно рыбку ловить. Дырка какая, что за дырка? Игла вот какая-то. Это здесь игла, потом смогут появляться моржи здесь. На, это который позже нас тогда убил? Да. В одной из серий убил собака. Было весело. Тебе что надо? И тебе так, нужно... надо палок набрать, кстати. Чтобы из них потом делать топоры и всякие вещи. Вот, налево вверх идем, да, потихоньку. Пауки. Так. Кстати, насчет копья. Еще свинья какая-то лесная. Насчет копья, кстати, свинья лесная. Можно ли сделать копье сейчас? Так, что нужно? Веревка. Пана. Веревка у меня есть. У меня тоже есть. Тебе нужен копье? А, оно типа боевое, да? Оно лучше убивает всех. Конечно, оно самое самое. Как я помню, да? Боевое из всех боевых. Ну, давай, давай. Ты где там? А, вижу. Так, Витя, стройся у свиньи, иначе гончий убьет. Не-не, мы возле буфа. Я алтарь нашел, кстати. Бафало лучше. Ты куда бы? А, вон вижу. Да по мини-карте смотри, что. Я вижу. Здесь алтарь, кстати, я нашел. Блин, опять темнеет. Ты его активировал? А что, надо? Ну, если алтарь такой, который я думаю, то тогда надо, да, там воскрешает тебя. Ну, в котором воскрешаться можно, а, да. А, ну да, такой активированный, да. Или я нашел золото, Стас. Отлично. Обживаемся. И кремень. На, держи. Рож. Копье? Угу. Спасибо, Стасон. Ко мне сиськи еще.
Да-да-да-да-да, я помню. Тебя была, помню. Ну, не как сиськи такие, две груди. Конечно, конечно. Как зеленый гриб, смотри. Вы все поняли, да, про что у Вити на уме? Да, забочный я уже давно всем известен. Чуть-чуть я не знаю. Называй вещи своими именами. Ну, люблю так, я сиськи, что могила поделать. Какая-то, смотри, надгробие. А, можно разорить. Нам нужна лопата. Это надо лопату, да? Угу, пауки вон. Можно паука, кстати, убить. А зачем? Паутина. Где он? А зачем? Собака, паук. Паук. Только как, вот я уже не помню. Атаковать его на какую-то кнопку надо, то ли о, на F, господи, что ли? Боже мой! Я это паучью железу за упор, там за мной сразу 5 пауков бегут, Стас, беги оттуда. 5 пауков в атаке. Я убил паука! Блин, в какой-то паучатый лес вообще залез. Зачем? Стас, я сейчас ночь начнется, а у меня этого еще нету. Я вижу, Стас, что не съели. Что? Что с тобой, Стас? Что ты ржешь? Ты вижу, умираешь что... там, что? Нет, я вижу, что ты это самое, нагрел тут целую толпу пауков, они от тебя убегают. Погоди, мне срочно нужно найти эту тряпку. Ух ты, паучья железа просто халяву лежит. Ну кто-то походу, видимо, они на свинью подали, она их всех это отфигарила. Так, где я тут бегаю? Такие. Так, мне срочно нужна трава, иначе я сейчас умру без костра. Хотя у меня этот есть факел, так что... Так, зона бифа. А ты далеко убежал? Давай посмотрим. Да, я прям наверх-наверх ушел. Я вижу. Пауки. Ну, сейчас же у нас карта работает. О, наконец-то нашел. Нашел травку. Может быть, костер построить. Все, я с костром. Пауки, сейчас пауки. Как раз он пригодится скоро. Витя, беги! Кричат мне уже в чате, как обычно. Так, Витька, я тебя нашел. Я тут травку собираю. А, вижу. Сейчас начнется ночь. У меня есть костер. А у меня есть факел. Я не помню, какие грибы надо собирать. По-моему, зеленые. Ты пойдешь ко мне, полезный. Нет? На костру. У меня факел, Стас. Как хочешь. Я костру. Да и костер у меня есть. Так, ягоду. Я буду жарить ягоду. Приготовить. Синий гриб. Зажечь, собрать. Во-во-во, что произошло? Почему я умираю? Хангер... Хелс, Санити. А что с тобой, Стас? Ты голоден, наверное. Да блин, вот, а почему я, главное? Я пытался приготовить и сразу быстро проголодался. Ну-ка давай еще раз. Что-то ничего не понял. Я пришел к тебе, Стас. Приготовить. Так, что тут готовить можно? Ягоды давай приготовить. У меня тоже что-то с едой проблемы. Так, Джем. Витя, приручи питомца. Витя, разбег камеди, можно золото выпасть. Вот это о чем вообще человек говорит? Он пытался быстро тебе изъяснить о том, что если ты разобьешь камень, может золото выпасть. Семена, приготовить семена. Так, что у нас морковка еще есть? Семена лучше хранить. Да, они бы испортили быстрее, чем его захоронили бы. Только семена очень долго хранятся. Все, я на максимуме. Я поел, Стас. Спасибо. Спасибо, Стас. Пожалуйста. Я почти тебя накормил. Так, смотри, видите, статуя это Пет, на него надо нажать при полной луне. Слушай, но я его разбил уже. А он, да, все, теперь до свидания. А Пет, кстати, это я... Ну что ж, раньше не сказал. Я понял, что это за Пет, короче. Это типа, знаешь, он типа такого же Честера, только это летающий, короче, типа такой же. Ну тоже, короче, крутой. Надо было его, да, блин, а когда полная луна-то у нас будет? А, это на 9-й там день какой-то, да? На 10-й, по-моему, или на 11-й день начинается полная луна. То есть зря я его разбил, да? Ну, наверное. И он там воскреснет, потому что там остов-то статуи остался. Надо узнать. Ну-ка, ребят, подскажите. Может, он воскреснет неполный в своем здравии? Знаешь, такой побитый, с отрубленными ногами, например. Да хрен с ним, ему уже летать надо. Так, я каких-то кроликов вижу. Ну, это, в принципе, все те же кролики. Мы все с тобой бифало, да, ищу бифало, но пока вообще но не я тоже нахожу. Ищу. Приручи питомца. Что такое питомец? Ну это ж питомец, ты чё? Все равно гломер будет, пишут. То есть нужно нам с тобой будет поставить этот, как его, телепортатор. И нужно будет туда телепортнуться, когда полная луна наступит. Так, где там ты у меня, дорогой мой, ходишь? Вон я вижу тебя. У тебя низкий рассудок, понюхай цветы, это как?
Ну, типа, собираешь цветочки, как... у тебя поднимается рассудок. Так, осмотреть голову мраморного слона. Что это такое? О, шикарно, я вот нашел себе камень. А, лед! Что такое мраморный слон? И куча игуан этих. Ребят. Ну, это мраморный слон, это фигура? Мраморного слона нашел. Он живой? Голову. Я могу тащить ее. А, тащи. У ни хрена себе, как ее долго тащить, Стас, пипец, она очень тяжелая. Ну нафиг, как ее бросить? Тащи давай голову. О, офигеть, ты видел, как это выглядит. Я хочу посмотреть. Я так понимаю, мы должны с тобой собрать какую-то статую мраморного слона. Походу, голову да. Голову я нашел. Что-то, походу, да. Чтобы что-то началось, может, какое-то событие начнется. О, смотри-ка, а игуанки убегают, сено сбрасывают. Прикинь. Прикольно. Сено сбрасывают, молодцы, да. Игуанки. Прикинь, они вообще такие клевые. Я никак бифал не могу найти, Стас, где они все? Так фиг его знает, они где-то ходят. А я камень нашел, очень много камня золотого. Я сейчас его добываю, нам он очень пригодится. Хорошо, давай. Витек у Стаса. Что Витек у Стаса? Стас у Витька. Так, где там у меня инструмент? Так, я сразу костер замутил. Так, привет. Так, в конце вы оба будете Максвеллами, пишут мне. Ну, спасибо, ой. Хорошо, ладно, пусть будет так. Меня пока это не интересует, ребят. Я довольно-таки нуб в этой игре. Мы поэтому, это, у нас простые что цели. В конце меня вообще не интересует, на самом деле. Потому что до конца я, скорее всего, не доживу. У нас очень хотя мы с тобой цели. Бесконечный режим поставили, так что мы можем умирать и воскрешаться бесконечно. Я какую-то штуку нашел. Зеленые грибы, они мозг восстанавливают, если пожарить. А, да, я же но говорил, они... зеленые грибы, по-моему, самые хорошие. Но они рассудок восстанавливают, но они тратят там, ну, типа, с голода травят тебя, короче. Добыть, что это за фигня такая? Я такую ни разу не добывал, что это такое? А, просто камень. Так, Стас, в общем, здесь я так ничего не нашел, кроме этой головы. Лунный так, камень. Так пустынно здесь. Лунный что? Камень. Лунный камень. Что это? Что бы это ни значило, неважно. Мы с тобой, нас с тобой разделило, да, я так понимаю, жизнь, я так смотрю. Ты по ту да сторону. Да я уже к себе вернулся. А, ты ко мне. А где голова-то эта? Ты поставил там метку на ней? Я не могу ставить, она ставится только с этого, как его, с аппарата. Но я не вижу, я на карте не увидел. Тут одни камни, ведь, нам сюда явно не надо. Ну, он тут рядом, вот через этот перешейк переступаешь, и там, в принципе, все в порядке. Надо запомнить. А то, что ты все исследовал? Но я тут немножко прошелся, как бы. Вот эту... Нет, не эту штуку. Вот видел, они траву сбрасывают. Видел, да. Что это за камень какой-то, смотри, такой рыхлый весь. А, вот это вот портал, походу. Ну, давай попробуй, добудь. Посмотрим. Нет. Да давай, давай. Да не бойся. О, это закупленная воронка. Не-не-не, не хочу. Не надо сейчас вылезть оттуда что-нибудь. Оно потом будет, она когда это вечер типа наступает, пещер, да? Ночь там, она будет вылазить. Ну, они будут здесь гадить, вот эти создания, летучие мыши. Вот, она я уже нашел. Появилась. Ты зря это сделал. Что? Не, ну как бы не зря там, просто я не знаю, там без света вообще делать нечего. Там надо со светом ходить. Ну погоди. Куда ты меня телепортирует? Как это загрузка идет? Ты главное аккуратнее обратно, когда выйдешь, Вить. Потому что тут уже две летучие мыши. Так, я ее вижу на карте, это уже хорошо. Скоро ночь, ты это учти. У тебя есть там огонь-то? Погоди, я еще гружусь. Ага. Так, смотри, что пишет. В полнолуние на остатке статуи, которую ты разбил, вырастет цветок. Его надо собрать. Угу. За тобой будет следовать большой летающий жук, если к нему вплотную подойти, восстанавливает рассудок. Угу. Хорошо, отличный жук. Круто. Создаем. Блин, что ж так долго гружусь-то, а? Сейчас странно. Я реально гружусь. Странно, о, я куда-то попал. Аккуратнее там. Ой, здесь тоже трава есть. Здесь тоже ты есть вообще? Трава. Здесь как... О, я цилиндр какой-то нашел, Стас. Одеваю. Здесь светло. А цилиндр это... А, ты все грузился, когда ты вниз спустился, имеешь в виду? Да, здесь два трупа валяется, прикинь. У одного цилиндр был. Вот, у другого веревки и ловушка. Здесь лучики света, здесь очень много травы, Стас, здесь можно прям травы собирать немерено. Какое-то зеленое грибное дерево нашел. Круто. Скоро ночь, аккуратней. А здесь, я так понимаю, или тоже будет ночь? Ну, не знаю, если там, если ты внутри пещеры, то вряд ли, наверное. Здесь звуки все такие прикольные. Как будто я реально в пещере.
Я пока ищу. Я еще труп нашел. Давай, лутай трупы. Лутай, подобрать, копай. Бревно. Какие-то бревна с этого трупа собрал. Тихо, не кричать. Ко мне моя мелочь пришла. Угу. А я тоже нашел, я броню нашел. Очень красиво. Из сена. Ой, темнеет. Ой, темно. Ай-яй-яй-яй, страшно. Вот теперь ну, можно нафиг, и поесть. Пошел-ка я. Ну нафиг, теперь пошел я домой. Прохожу через портал обратно. Аккуратнее, сейчас там пока загружусь. Мыши? Да. Сейчас я пока загружусь, меня уже убьют, наверное, да? Но я не думаю, что они сразу тебя будут мочить. Ты, наверное, тут выйдешь, потом будут мочить. Оу. Не вижу мышей. Ну, они возле должны летать. Ты где? Я? Ну, по карте посмотри. Я вон тебя вижу. А я смогу до тебя добежать? Ну, если у тебя факел есть, туда сможешь. У меня есть костер стоит. Нету. А, тогда ты умрешь. Ты же умрешь. Ты же умрешь. Так сделай факел, Вить. Все, я поставил костер. Никогда себе ударило что-то. Так она же, конечно, бьет, там же она сразу на пол хп чуть ли не убивает. Да вообще, мандрагору хоть жри. Блин, и как раз день наступил. Ну нафига я это делал вообще? Да ладно, нормально, у нас еще есть дерево. Ох, ладно, хрен с ним. В общем, там прикольно, кстати, стас внизу. Мы я там врагов не нашел, если честно. А там надо более глубоко давай уходить. Сначала найдем место, где мы будем жить, да, действительно. Так, да, надо вначале обустроиться, все сейчас все построить. Хотя бы какой-то лагерь начать разбивать. Робот. Меня же спрашивают, это скелет, пап? Вот скелет. Так, Стас, ну куда бежим-то? Я не знаю, я просто бегу, блин. Опять включил скелет. Нет, это просто робот. Нет, это тебе нельзя. Привет, бабушка, как жизнь? Золото. Золото, могила. А нас призрак какой-нибудь не высечет отсюда? Не, ну пока нет, пока мы могилу слушай, не походу, копаем. Мы тупик нашли с тобой. Да, тупик, надо уходить. Вот еще да. Золото. Эх, жизнь моя, жестянка. Где поля-то? Где все поля? Тут золото столько, ведь как-то. Поля-то. Золото немерено. Так давно в эту игру не играл, знаешь, с удовольствием прям. Цилиндр. А как его изучить? Что он делает, этот цилиндр? Это типа если... замена этому, как его, из шапки моей из цветов, да? Ну, наверное, да. Он хорошо это поднимает рассудок, этот цилиндр, если я не ошибаюсь. Цилиндр самая лучшая шляпа. Нужна научная машина для создания прототипа. Ну, у меня, в принципе, прототип есть в руках. Там очень много игуан слева. Может быть это замена буфала, это игуаны теперь? Не должно быть. Они же сено только плодят и все. Ну да. А буфала шерсть, считай, нам к зиме они очень нужны. Я робот, ты чё? Мне пофиг. Хотя ты, наверняка ты мёрзнуть буду. Ты все равно мёрзнешь, конечно. Эх, дал бы кто взаймы. Что-то здесь опять тупик, Стас. Мы круг внизу нарезали с тобой. Так, вот и здесь, это так, здесь а сейчас с надо кем посмотреть. Кем это ты играешь, спрашивают меня. Я играю с библиотекаршей. Там пустыня. Тишина тут... должна быть в библиотеке. Смолчать! Смотрите, видите, как она. Чуть что, сразу нервничает. Я думаю, что нам с тобой надо куда-то уходить. Нам... Направо. Ну я не знаю, у тебя видишь, у тебя же карта направо. Вот ты сейчас куда движешься, в ту сторону нам надо. Прямо в ту сторону идти. Ну я не крутил карту. Я сейчас наверх движусь к тебе. Ну вот, да. Значит, нам туда и надо. Значит, направо, да? Ну, тут березки. Направо. Ну, я тоже наверх выставил, чтобы мне тоже это было наверх. Это мы сейчас опять это пойдем мимо этого поселения. Там, да, да, но тут вверху тут твоя. Есть леса какие-то. Вот леса вверху есть, если посмотришь по карте. Наверх да? Хочешь пойти? Да. Надо ура, вверх. Пишут донат. Спасибо. Ну пошли, давай я за тобой. Погнали. Погнали по дорожке. Ой, я так вот по дороге с облаками, вот. По дороге с облаками, тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Очень радостно, когда мы возвращаемся назад. Та-та-тара-та-та-тара. Или что там еще была песня, это про этот, про что-то карамельку за щекою. А еще одну для друга. Взять с собой. Да, кстати, карамелька за щекой классно.
Про классная запас. Песня, кстати, я ее недавно услышал. Я недавно слышал по радио по-детскому. Блин, мне так понравилось, я решил это людям поставить. Фунтик божественен вообще. Фунтик обалденный мультик. Фунтик обалденный мультик! Та-дам-пам! Да. Давайте кинем, говорит, может кинем в них грязью. Ты что? У них же могут быть хорошие дети. Очень добрый друг. Очень добрый фокусник. О, я еду нашел. Смотри, вот. О, это что такое? Это что такое? Где мы с тобой здесь? Индейка, индейка, это моя еда! Это розы? Что а смотри, там, ручная бутафория. Это что такое? Ну-ка, давай здесь. Не-не! Не хочу осматривать! Все, я передумал. Фу, а это нет, это что роза там, просто Стас? Меня уколола. Я чуть мне чуть сердечный приступ не хватил. Пипец! Ты так ты беги, посмотри. Пугай. Смотри. Хочешь себе розу взять? Это пугает. Мне не нравится. Хочешь взять розу? А я возьму, это просто цветы. Куда она берется? Только бутафория, вот непонятно, как она берется. Она в цветы складывается. А там немножко отнимают здоровье. А вот это, походу, вообще ничего не делается. Непонятная вещь. Я робот. Ничего не шабражам. Я робот, щекоталка. Щекоталка, робот. Ну-ка, давай посмотрим по карте. Смотри, ну можно попробовать вот сюда пойти, в эту сторону ведь. Может быть там кто-то есть. Либо травы. Вон там, через пустыню наверх. Вот. Ну ладно, давай пошли туда, вдаль. Мне кажется, да, пустыня пошли, просто, давай. Ну пустыня это пустыня же, как бы. Ну там откуда трава-то? А тут-то вроде ли растительность, может быть ну, здесь. Ну так за пустыней трава, саванна там, всякое, что такое. А тут тупик, да, возможно он туда. А вон еще, кстати, есть... Не, это просто излучина какая-то руки. Излучина руки. Сколько ягоды, вот ты наставил, конечно, шикарно просто. У нас теперь мы вообще тут с голода не должны помирать. Я цветы собираю, мне хорошо. Мне кажется, в этом моде вообще нельзя с голоду помирать толком, потому что лед и мясо делают чудеса. Лед и мясо? Угу. Я куда-то в лес пошел. Так, я еще кусты съедаю. О, сено, нашел сено, сено. Штуки. Нашел траву. Слушай, что-то жратвы немерено нашел. Вообще, зеленый гриб нашел, кстати. Жратвы очень немерено. Большое поле, кстати, ведь. Большое. А, нет, маленькое. Индейку нашел! Хорош, слезай! Так, тут нету ничего, это тупик. Где бифала? Так, я нашел туалет. Что это такое? Червоточина. Я нашел червоточину здесь, Стас. О, смотри, вон оно. Вон оно, я вижу траву сверху. Вот я там уже хожу. И тут нет никого. Это что такое? Это что, видимо, что-то есть. Сочные ягоды с куста. А, я хочу сочные ягоды с куста. Это да. Вроде бы, дай посмотреть, ты что там? Сочные ягоды с куста, они меня ты не убьют. Ты собрал, что ли? Офигеть, я ударил, они отвалились. Сочные ягоды, хангер, 12,5, хелс 1. Ну, типа, лучше, чем даже обычные ягоды. О, смотри, мрамор, так, что ли? По-моему, сейчас темнеть будет, Стас. Сейчас темнеть будет. Я ставлю так, костер. Ты давай, ставь, я здесь рядом с тобой прям. Что это там такое валяется? О, вторая вот ста- часть статуи, смотри. Нос мрамор, это не погоди, это другая статуя. А смотри, нос мраморной ладьи. А то был слон, да? Походу, есть где-то шахматная доска, на которой надо выставлять вот эти все фигуры. Вам нужна еда, библиотекарь. Ну, у меня все нормально, не переживайте. Библиотекаря все схвачено. Ну-ка, сейчас я приготовлю синий гриб. Хелс минус 3, санити 10. Неплохо, кстати. А супер сочные ягоды, если не приготовить. Ну-ка. Стас, ты тут? Да, а что, меня не слышно? Раз, два, раз, два. Стас. Все, понял, сейчас, секунду. Согласен с тобой. Так, все, соединилось теперь. Я даже не посмотрел, сколько ягоды прибавили. Кажется, я нашел источник деталей. Вон они, ребят. Макс и Вала статуя, эти чуваки, которые кони. Вон детали, запчасти. Ой, да, это опасные типы. Да, можно собрать по-быстрому. Да, эти стреляют. Только у меня это какого, блин. Надо собрать. Косяк в том, что у меня места нету. Так, тихо. Есть место. Я сейчас сделаю вот так. Возьми вот травы. Аккуратней. У меня есть броня из травы. Собирать? Я буду собирать. Россия меня не забудет! Е-мое! Я побежал! Не трогай меня! Собака! Нифига себе, да отстань, ты иди в пень! Он куда-то еще в другую сторону стрелял. Ты что, собака? Сколько он тебе вдарил? Очень мало, в принципе, не так много. 120 у меня сейчас хп. Сколько там было до этого? Я даже не знаю. Он ускакал все.
все нормально. Ой, нас... черт, господи, боже мой. Ты тоже полез, что ли? Я след животного нашел. Бежим. Мама. У меня жизни вообще не осталось почти. Витька, живи. Хоть мандрагору жри. Живи, конечно, если нет хп. Я вот здесь вот. У меня осталось 22 хп. А ты чем кого? Лучше всего восстанавливать здоровье? Делать эти из при помощи медаптечки, как бы из железы паука. Так, а как? Сейчас посмотрю. О, я какашки вижу. Я буфало нашел. Ура! Строимся! Ну что, дорогие друзья, вот и конец первой серии нашего нового сезона в Don't Starve Together. Надеюсь, вам он понравился. Я очень рад, потому что эта игра теперь будет и у меня на канале. Да-да-да-да-да-да-да! Класс! Я очень этому рад, надеюсь, вы тоже. Если вы рады так же, как и я, тогда не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться. Также добавляйте плейлисты, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании, к тому же и перекрестные ссылки на наши каналы с Виктором. А с вами был Станислав и Виктор. Всем спасибо за внимание. Я вас всех крепко обнимаю. Целую, люблю. Увидимся в новых прохождениях. Всем пока.